Наталья Чеклеева – индивидуальный предприниматель. В ее фирме помогают решать бухгалтерские вопросы. Поэтому, когда Наталье поступило предложение от банка принять участие в акции «Квест» для малого бизнеса, она легко просчитала выгоду и согласилась без раздумий. Все просто. Расплачивайся картой, и часть средств возвращается в виде кэшбэка. Приятному удивлению не было предела, когда Наталья стала победителем акции и получила приз. Наталья Андреевна, поздравляем вас. Спасибо. Мне приходил кэшбэк каждый месяц. Было как-то приятно. Совершаешь обычные покупки, и за это еще тебе от Сбербанка приходят бонусы. Всего в России вместе с Натальей 10 призеров. Акция проходила с апреля по всей стране для клиентов малого бизнеса. Первое – это хороший кэшбэк в первые два этапа 3-5% за все покупки и за покупки в рамках расчета за топливо на АЗС. И главный приз – это 100 тысяч рублей за первое место. Свой неожиданный приз Наталья направит, скорее всего, на развитие производства. Евгения Даровская, Алексей Фризин. День с толком.